Очищение организма. Как свекла влияет на очистку организма? Свекла издавна используется для очистки организма. Еще наши предки знали о свойствах этого корнеплода. На самом деле, эта овощная культура имеет более широкий спектр лечебных свойств. Свекла благотворно влияет на процессы пищеварения, улучшает обмен веществ, предотвращает развитие онкологии, помогает снизить давление и омолодить организм. В составе корнеплода присутствуют витамины группы В, каротиноиды, аскорбиновая кислота, кальций, железо, калий, магний, фосфор, йод. Содержащийся в корнеплодах кварц улучшает состояние сосудов, костей, кожи и артерий. Помимо кишечника, свекла чистит кровь, почки и печень. Простейший способ очищения кишечника – регулярно вводите в рацион блюда из свеклы. Особенно полезно для очищения салаты, причем использовать можно как свежую, так и отварную свеклу, также молодую ботву. Пользу приносит и свекольный отвар, поэтому свекольник просто обязан прописаться в вашем еженедельном рационе. Очищение организма. Как свекла влияет на очистку организма? Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.